Салют! Меня зовут Винокур Александра Владимировна, и многие уже знакомы со мной лично. Я молодая мама. После рождения ребенка я столкнулась с такой проблемой. Или поспать, или поесть. Нехватка времени. Вот большая проблема наших мам. Каждый из нас мечтает о достойной зарплате. И как это сделать, никто не может сказать, потому что у нас становится проблема. Или мы будем воспитывать своего ребенка, или мы будем зарабатывать деньги. Как и любая мама, я хочу дать самое лучшее своему ребенку, поэтому я работаю через интернет. Я получаю пассивный доход и при этом успеваю воспитывать своего ребенка. Если вы хотите зарабатывать и видеть, как растут ваши дети, присоединяйтесь к нам.